Нил Ахунов по профессии строитель. Уже 3 года в свободное от работы время помогает спасателям проводить рейды. На добровольных началах каждое лето следит за тем, чтобы люди не купались в запрещенных местах. Однако постоянно сталкивается с нарушителями. Уже в этом году вот при мне одного человека вытащили. Одну бабушку с маленьким ребенком я вытаскивал на воду, но тоже сил не было. Прямо вот на этой же зоне. Все происходит на этой зоне. Эта зона техническая, начиная от спасательной станции и заканчивая водозабором. Протяженность ее 1 километр. Вдоль берега, везде по дворе, потому что в одно время брали здесь песок и остались большие ямы. И, как сказать, течение по дну идет сильное, поэтому здесь запрещено купаться. Здесь еще подходят теплоходы большие, которые тоже создают водоворот, который может засосать человека под воду. Еще одна проблема – ныряющие с причала дети. Они не понимают, что это опасно для жизни, ведь здесь высота почти 10 метров. Вы не понимаете, что ли, они вообще? А вы прыгали? Прыгали, я видел. Вы не прыгали? Среди нарушителей встречаются не только дети, но и взрослые, которые зачастую бывают в нетрезвом состоянии. Надо сказать, что с начала лета на технической зоне уже утонуло 2 человека. Несмотря на предупреждение государственной инспекции, многие отдыхающие не хотят слышать о запрете купания в технической зоне и продолжают нарушать правила, тем самым показывая плохой пример другим людям, в том числе и детям. Запрещено купаться, что, а какая разница-то? Там вот людям тоже вот сколько спрос есть, и людям там тоже какие-то моменты не нравятся. А то вы знаете, это не что так? Здесь ямы. И эти ямы могут засосать, и просто человек может. Мы просто в эту яму не идем, и вот в определенном месте, например, я вот где ребенок купается, в этом пространстве купаюсь. Я не знаю, я не слышал то, что здесь человек умер. Я умею плавать, я плаваю здесь. То есть вы и дальше будете продолжать купаться? Государственные инспекторы продолжают напоминать горожанам о правилах безопасности. Они говорят, пока каждый человек не научится брать на себя ответственность за свои действия, ситуация не изменится. Зульфия Галимова, Максим Липин, новости НТР.